Сәлем алейкум, бүгін Қырмызғалынан 741 күні кетмекте эфирде заман студияда сілерінің мен Шевкет Аматулаев, сәлем лайым. Меджлис махкеме отырышына тек 3 күн қалғанда Поклонск азырлаған весеқаларыны алған. Беллеке мартынан үшінде кечірілген топлашуда Қырымнан рус прокуроры Наталья Поклонска 500-ден зияды кяғыт весеқаве видеонен 7 диск бермеге ишандырды. Олар санки меджлистің қабатына таздықлай біле екен. Меджлист темсілжілеріне весеқаларыны огреніп отырышқа азырланмақ үшін бір афта еріне 3 күн берілді. Невбетеке топлашов мартының 10-нда 9 бұчықта Қырымның Юқары Рус мақкемесінде кечірілежектір. Ахмеджит Авалиманында полиция Қырым женебінде араба яққанында шекленген Челябинг сакинны яқалаған. О, евіне қайтмағы азырлана екен. Беллеке елінің башындан берлі Ялта регионында 30-дан зияде араба яқылды. Январның соңында полиция 21 яшлы Алупка сакіні Мойдин Альваповны яқалаған еді. Оны янғынларының тешкілетшісі көбі көрділер. Мойдинның анасы білдіргеніне көре, оғлының қабаты таздықланмаса да, оны әлі де азат етмегенлер. В интернете прочли, вот то, что вот сдержали, вот я на основании этого думаю, может быть, теперь отпустят, раз они нашли этого. А так никаких разговоров не идут. Но как машины поджигались, так они и поджигаются. Ну, поджигались до 3 числа, вот сожгли так не раз. Три машины в Алупке у нас сожгли, на этом пока нигде ничего не слышно. Адвокат мне всегда говорит, все нормально, наберитесь терпения, Зарема Муратовна, все нормально. Вот 23 марта будет ровно 2 месяца. Так вот я интересуюсь, говорят, что якобы ничего нет, насколько вот мне известно, что якобы никаких доказательств у них нету. А почему держат? Ну, потому что, наверное, пройтись этим, пока суд не будет, отпустить не имеет права, я думаю, так, не знаю даже. Бүгін Русияда Украина үшіншісі ве халық депутаты Надежда Савченко іші бақылмасы девам етті, оны енді махкеме салонына кетіргенлер. Махкеме отырышына кеткен Украин халық депутатларыны Москвада яқалағанлар, Ростовқа ұшақ ұшқан сон азат еткенлер. Бүгін осон кез созыны айтмақ керек. О, 5 күн әвелсі құру ачылық илян еткен еді. Прокуратура оңа 23 жыл апс жезасына белгілемеге талап етті. Оны Украина шарқында санке 2 рус журналистына өлдіргені ве қанонсыз Русия сыңырына кечкенінде қабатлайлар. Түневін Москвада Надежда Савченкаға дестек өстірмеге чыққан инсанларыны яқаладылар. Наразылық акциясына чыққанлар Эминлер Савченко Русияда қанонсыз тұтыла. Полиция 37 инсанны яқалады. Акцияға чыққанларының эксерияті қадынлар еді. Жизнь в нашей стране, в России, она не ценится. И я думаю, что надо жить на зло этому упырю, как раз жить. Потому что твоя жизнь нужна, потому что ты боец, а бойцы нам нужны. Надя, очень хочется, чтобы ты скорее оказалась на Украине, в Украине, да, чтобы быстрее Путин сдох. Это уже, извиняюсь, не политкорректно. Чтобы Украина была свободной, чтобы граждане Украины чувствовали свободу и дальше развивали свою демократию. Живи, Надя. Живи, потому что ты нам очень-очень нужна. Надя, ты стала символом борьбы с этим российским тоталитарным режимом. Держись и живи. Прости, Надежда. Прости. В этой стране нет справедливости. Фемида облажалась. Мне стыдно. Слабую женщину, которую явно украли, которая явно защищала свою родину, могут вот так вот мучить. И в день 8 марта я решила, что я хочу показать эту открытку. Да, 8 марта. Не трогайте. Ну, не трогайте вы человека. Женщина, пойдем. Да. А за что человека задерживают? Аккуратно. Только бы не вы. Вы такой заботливый. В автозак ведете 8 марта женщину-инвалида. Кто человек? Человека. Почему вы меня туда привезете? На какого взломаете? Тоже, Леш. Савченкаға қол тұтып акциясы ижғал ұлынған Қырымда да өткерілді. Украин мәдениет меркезінің азалары соқаққа «Фри Савченко» Савченкаға азатлық язысынен шықтылар. Айтқанларына көре олар бір демлік пикет кечіргенлер бұнайсы әкеметтен разылық алмақ керекмей.
Савченконың анасы бүтін дүнияға мұражатнен шықыш япты. Баласының құртармаға риджа еті. Мария Савченко дүния лидерлеріні мабус қызына ярдым көстермеге чағырды. Қадын шымды 78 яшына келді. Я звертаюся до світових лидерів. Врятуйте мою дитину. Допоможіть мені мамі, якій вже 78 років. Я вже забула, що таке сон. Переживаю за свою дитину. Допоможіть їй вийти з цієї тюрми. Савченконың қанунсыз әпісте тұтқанлары үшін Европа парламент депутатлары Путинге қаршы санкциялар көрсетмеге талап еті. Мұне бәрі-бер жедвелге да 30 Русия меморове қанунсыз қарарлар шығарған ФСБ тұққат комитеті елбасшыве қадимлеріне қаршы көрсетмеге талап етелер. Меджлис рейсі Рифат Чубаров есе Чейгозве дегер қырым татарларға қаршы жинайы ішлер алы барған прокурор таққачыве қаделерге мәлімат топламаға чағырды. Қырымның мемури сыңырында полиция қадимлері Айдар Аскері Энвер Велиляев аяқларына аттылар. Вақия Каланчак сыңыр кетшінде юзберді. Себебі санки Энвер қырымға кеткен қадының паспортыны ертқан ве сарғуш алда бірқач кере абаға атқан. Сыңыр бекчілері полиция қадимлеріні чағырғанлар, олар есе Херсон батальон аскерлерінен келген, олар Энверге қаршы атеш ашқанлар. Айдар Аскері шымды қастаханеде қадыннен олған вақия ве атеш ашқанын рет ете. Гражданин был предупрежден о возможности применения огнестрельного оружия, был произведен, первый выстрел был вверх, был произведен, когда уже пистолет наставлен был в область лица, напрямую то был уже выстрел в ноги. Я вообще не понимаю, как это правильно. Сейчас они будут рассказывать, что я там угрожал, там нападал, стрелял. Еще раз объясняю, у меня не было патронов даже стрелять. Я не знаю вообще по женщинам, мне никто вообще ни слова не говорил за женщин. Ахмеджетте домус асырағанлар назерлер шурасы огынды наразылық акциясына кечірділер. Талыплардан бірі домызларының тауын хасталығы себебінден илан етілген февқуляды вазиетіні рет етмектір. Акцияға 100-ден зияде көйлі ве кичік ферма сайыплері топлашты. Беллеки ярмадада февральның башында санки домызларының тауын хасталығы қайд етілгені себебінден февқуляды вазиетіні илан еттілер. Домыз еті сатылмасыны ясақладылар. Карантин зонасында олған бенгілерінен домызларына өлдіріп яқтылар. Купить этот хлеб, заплатить за свет, кому-то выучить детей. Обучение, вы сейчас знаете, платное, проезды дорогие, корма у людей сейчас заканчивается, свинина у всех переизбытки, поросята поросятся свиноматки. Люди, которые должны были сдать это поголовье и поставить туда новые родившиеся, они не знают, что им делать. Получается перепозованность этих сараев. Как людям жить дальше? Епанов сказал нет. Кто такой Епанов? Россельхознадзор. Ты хоть день работал в этой ветеринарии? Вы знаете, что хвост у коровы сзади, а рога впереди? Екі ел кетшті ішбір денішме йоқ. Бұ ақта Ақярдаке сувенир сатыжылары білдірелер. Оларынан сөздеріне көре туристлер не язда, не де қышта келе. Бұны таздықлыған видеоны YouTube-та украин журналисты Валерия Ивашкина ерлештірді. О, қырым сакенлері арасында екі ел демамында не денішкен аққында сұрав кетшірді. Инсанлар джен қолмағанына қуаналар, ләкен дегер қуандыра жақ, вақиялар аққында айтып оламайлар. Пока что мы никаких перемен не видим. Вот и все. Ну, надеемся. Угу. То есть еще ждете? Ну, конечно, ждать. Угу. Это наша, как говорится, постоянная жизнь в ожидании. Ждать, ждать и ждать. А вы голосовали на референдуме? А как же! Угу. Такой подъем был. Теперь все опустилось. Угу. А по количеству туристов и по качеству туристов как-то изменилось за два последних года? Конечно, изменилось. Их не стало вообще. Так хоть и были, а теперь их не стало. Вообще не стало. Ясно. Вот стоим. Видите, как качество туристов. Где они? Где они все? Нету их ни летом, ни зимой, ни весной, ни осенью. Чернобыль зонасы бойлы интернеті блогер Алексей Владимирович семей зиялысында олған вазиетіні изатлай. Ялыда обаларнен чөплік, ташланық биналар ве дармадағын олған ялы. После того, как в марте 2014 года полчища правосеков и бендеровцев
украинских неонацистов. Не смогли попасть в Крым на поездах дружбы. Крым был спасен. И что же сейчас происходит на набережной Семииза? А на набережной Семииза происходит такое, как будто бы полчища правосеков и бандеровцев все-таки попали на поезде дружбы в Крым и устроили здесь руины, развалины. Разваленный город, разваленный Семииз. Такое впечатление, что я сейчас нахожусь не в Семиизе, а где-нибудь в Чернобыльской зоне, например, в Припяти. В таком месте, откуда ушли люди. Стипендия алып Түркияда тәсіл алмағай істегенлер үшін аризаларына қабыл өті башладылар. Түркия бурсалары стипендияларына алмақ үшін аризаны экранларда көрген сайтқа кіріп, электрон шекілде мартының 31-ні қадар толдырмақ керектір. Намзетлер бакалавр, магистр ве доктор программасы бойынша тәсіл ала біле. Ариза берген намзетлеріні ярдым алмақ үшін мәжіліс темсілжі органға мұражат етмеге теклиф ете. Öğrencilerimize uçak bileti, aylık burs, konaklama, sağlık sigortası ve bir yıl Türkçe dil eğitimi sağlıyoruz. Öğrenciler üniversite eğitimlerinin yanı sıra kültürel etkinlikler, staj programları ve uluslararası öğrenci akademisi faaliyetlerinden yararlanarak Türkiye'yi daha iyi tanıyor, sosyal ve mesleki yeteneklerini geliştiriyor. Mezunlarımızı da unutmuyor, ülkelerinde onlarla buluşup kucaklaşıyoruz. Джамаланың 1944 түркісіне дабыр кавер версиясы пейда олды. Оны кечінлері «Голос Краина» телевизион ярышында іштірак еткен ве сайланған Ескендер Исламов иджра етті. Белеке қырым татар халқының сүргіліға қында 1944 еріні Джамала Евровидение 2016 ярышында иджра етіжек. Русия есе бұ еріні Авропа сережесі ешітмесін деп, еріні ярыштан чықармаға талап ете. Усатқа сонки хабарымызды да сілерге ей күнлер тілейм. Ақшамки заман яйынларымыздың қашырманыз. Көрішкенде.